не зная чего. И порой доходит до того, что просил, не получил. А, так это значит, или Бог меня не слышит, а то и доходит до того, что так его, наверное, и нету, раз мне не дал, чего я прошу. Когда маленькие дети просят что-то у родителей, да, если это во вред ребенку, то никогда мать и отец не дадут ему этого. Обогатимся ли мы, насладимся только здесь удовольствиями, впадем ли в бедность, не потерпим от того никакой беды. Неотрадные обстоятельства этой жизни, не печальные, не заключают в себе достаточной причины для печали и для удовольствия. Но и те, и другие не стоят нашего внимания и протекают с большой скоростью, а чего справедливо называются и путем, так как проходят и не могут оставаться надолго. Между тем будущее и то, и другое отымаются навеки, как наказание, так и царство. Итак, в отношении к будущему станем прилагать большее старание, чтобы одного избежать, а другого достигнуть. Какая в самом деле польза от наслаждения земного? Сегодня оно есть, а завтра прах рассеянный. Сегодня огонь пылающий, а завтра пепел остывающий. Но не таковы блага духовные. Они всегда сияют и цветут, и с каждым днем становится все прекраснее. То богатство никогда не гибнет, никогда не переводится, никогда не истощается, никогда не подвергает беспокойству, зависти или порицанию, не губит тело, не расливает души, не возбуждает зависти, не навлекает ненависти, между тем, как все это соединено с богатством. Та слава не доводит до безумия, не рождает надменности, никогда не перестает и не помрачается. Покой и наслаждение на небесах также непрерывны, всегда неизменны и бессмертны. Нельзя найти для них ни предела, ни конца. Возжелаем же, убеждаю вас, этой жизни, если будем ее желать, то не поставим ни во что благо настоящее, но станем презирать их, смеяться над ними. Все, что имеет конец, не очень вожделенно. Все, что прекращается, что сегодня есть и чего завтра нет, хотя бы то было что-нибудь и очень великое, все это кажется слишком малым и не настоящим, не стоящим вниманием. Итак, братья, будем любить не скоротечное, не приходящее и утекающее благо, но благо постоянное и неизменное. Аминь. Аминь. Просто связь.
А, решили здесь, да? Там у нее трахеобронхит. Конечно, скорее всего. А что она пила? Мама что-то брызгала, пила молоко. Не знаю. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Христос воскресе. Никит, принеси там на полке, Никит. Если пригласите, пригласите, конечно, придет воскресенье. Входит? Да. Уже начинает орать, орать. Все уже. Когда вы Кругом агенты. Потеряешь свет. Вот это вот у него лампа, она раздражает. Подольше. Ладно, хватит кого здесь. На завтра оставь. А то кончится. У меня хватит питания.